Друзья, всем привет! Сегодня проснулся опять 4 часа утра. И ради того, чтобы снова съездить с друзьями, половить больших щуки, черненьких окуньков. Что, жду машину. Должна подъехать сейчас уже. Вещи все упакованы, все сложены. И ждут новой крутой рыбалки. Не знаю, друзья, раз на раз не приходится. Да не сказать, что та рыбалка была идеальной. Но все-таки подфартило, и пару штучек мы поймали. Кстати, скажу, что в тот раз мы их не взвешивали. Взвешивали уже дома. Одна была 3, другая 3600. То есть теперь есть чему стремиться набить старые рекорды ребятам. Но мне поймать хотя бы какую-то сегодня было бы хорошо. Так что, друзья, увидимся на водоеме. Смотрите. Да, первый раз проехали на Калине. Сюда, когда были. Сейчас на джипяре едем, закопали. Будем вот так вот, пока мучаемся. Так, до места мы добрались. Сейчас остается только пешком идти уже, тропинка. Причем на нас тут приехали две машины. Сколько народу, неизвестно. Но нас пятеро. И плюс там толпа еще, возможно. Приехали намного позднее других. Они приехали раньше нас сюда. Да мы еще пока час, наверное, кувыркались в лесу, там машину толкали. Нормально. Сейчас будем выставлять, сюда уже начинает светать. Че, ящик взял? Ящик взял, вон, у него бур возьми. Что, друзья, сегодня народу здесь побольше, чем в тот раз. И в разы. Но зато шанс заснять поимку щуки увеличивался. Но как пока практика, эти шансы не срабатывают обычно. Наоборот, все бывает. То есть, чем больше народу, чем фиговее рыбалка получается сама по себе. Ладно, будем надеяться. Сейчас я уже разбудился под окуня, попробую поискать. Первый окунек мелкий. Его отпустим. Я хочу взять с собой, показать вам, как они будут выцветать за время. Допустим, за неделю каждый день показывать, как он в простой воде меняет цвет с черного на белый. Ну а сейчас вот тут пацанов поклевка. Попытаемся заснять их. Волт.
Хагирев кого-то тащит, Багор несут. Сегодня опять не мой день. Хоть бы они достали посмотреть кого. Что там за динозавр у них? Не заходит луку. Да, с такими рыбками надо аккуратнее. Ну, мне кажется, поменьше, чем было в тот раз. Снимай, Брюха, покажи окна. Кило с чем-то. Ну, побольше килограмм. Она здесь, видишь, мутная, она толстая, поэтому она тянет хорошо. Сколько? Ну, я и говорил, кило 600. Кило 600 даже? Нихуя кило 585. Нормально ты показал людям, так? Но они запомнили, весы-то показывают. Вот. Да, замок стоит, вот она, последняя. Кило 600? Все, подгасли. Подгасли. Беру полторашку так же. Маленькая. У каждого флажка лунку бурить. Ну блин, идти искать окуня далеко от флажков. Вот сейчас отошел, уже ничего не вижу, где они там у меня. Здесь посижу. Здесь тоже вот прошелся с насадочной мормышкой, поклевок не было. Сейчас пробуем, блин, без мотылку. Допустим, вот там вот я прошелся с насадочной, не было поклевок. А на без мотылку двух поймал. То есть надо экспериментировать, что-то делать. Тут окунь дикий, он не привык к обычной пище. Дружина такая сидит. Вот люди думают, они там просто так сидят. Вот там у каждого клюет. Вот видите, секут там сидят. Ага, не Леха, батя у него. Леха сидит, что-то смотрит вдаль. На нас. Вот второй сидит, секет. А Тибурица рядом, да и все. Нечего там руками махать. Надо подольник. Катилась, зацепилась. Блядь, сука. Катилась, перетаклась, зацепилась. Лед ебаные ставят. Ебало. Впереди-то. Помолол. А кто-то, блядь, куча. Сейчас есть свечи, обогревательные. Сейчас хуйня есть. Там уже леска-то не будет мерзнуть, да? Ну, да, ёпты, мать. Это завтра не стоит. Бля, сидит там. Косточки, блядь. У кого-то ловится, он ловится. Давай ночуем, все. Дрова скоро приступим, ребятам на корм, ну, понял? У меня флаг не пропал один? Да, здесь. Вот, что ты, блядь, да? Ну-ка, сходи-ка. А ты здесь? Флаг попал. Между этим-то, да, вот, голову вроде флаг. Друзья, сегодня тут все намного печальнее, чем в прошлый раз. За всю рыбалку мне удалось поймать, наверное, 10 окуньков, и одна сработка была, и то окунь был, ну, как я предполагаю, потому что мелкий живчик, чуть-чуть покоцанный. Здесь окунь любит ножиться отливать. Не знаю, щуки такие пойманы при мне были. У нас одна, и у парней тут 3 штуки они поймали тоже. По-моему, 3 у них. И тоже килограмм полтора. То есть и трофейных рыб нету, щук. И окунь слабый какой-то тут стал. Так, душу отвести можно, но сюда вот так первый раз попадешь, уже второй раз не захочется. Ты туда не ходи, ты туда ходи. А тут, не? Где ты меня туда посылаешь?
его домой, блядь. Как так? Нет, ты туда не ходи. Ты туда ходи. Вот снять. Не гритят. Не гритят. А где вот береза-то? Там вообще она тут чистая вода. Че надо снимать? Холодильник, не знаю. Включать. Тренироваться. Супер пониженный. А потом тренироваться. Да так нахера выше, можно в трусах на улицу и все. Ты маленький, да? Ничего не понимаю. Я тебе говорю, похолодало. Можно, вот, кстати, четвертый днем. Че? Пистолет, а че я говорю? Знаешь, что ты? Что, друзья? Балка пошла к концу. Возвращаемся домой. Сегодня, вот, ну, по крайней мере, из нашей делегации никому ничего не понравилось. Предположения были намного другое, но вот получилось так, как вот есть. Печально, но факт. Ну, чернобыльских окуньков поймали. Такое ощущение, что да, они Чернобыль разбирали. Маленькие, черненькие, интересные, красивые. Вот просто посмотреть, кому ни разу не видал их, не ловил. Сюда приезжаешь, вот люди даже говорят, блин, первый раз думал, что это вообще не окунь. Вот, я взял с собой несколько штук в кане, потом буду показывать, как они меняют цвет. И даже вот пацаны смотрели, сейчас они в кан ложили, они уже полоски явно выражены. Поплавают несколько дней, если не умрут, то еще лучше видно их. Вообще, становятся вроде как настоящие окуньки, простые. Ну это, да, вот говорили, что озеро торфяное, но это так и есть, он торфяное озеро, в этом никого не секрет, то что рыба окраску свою делает под водоем, под цвет дна, растительности, вот такой вот, больше. Не знаю, что буду заливать завтра, потому что ночью надо будет выезжать в Сыктывкар на соревнования, но думаю, выпуск новенький вы увидите. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставим палец вверх, следите за новостями. Я думаю, впереди вас ждут еще много интересных видосов. Всем пока, до новых встреч. Устал я весь. Не надо готово. Не надо, тихонечко.